Также сегодня завершилась работа 25-го очередного пленарного заседания парламента республики. По традиции в начале обсудили кадровые вопросы. Также депутаты рассмотрели ряд законопроектов о бюджете Якутии на 2018 и 2019 годы и ряд других вопросов. Подводя итоги заседания, спикер парламента Александр Жирков выразил свою точку зрения по посланию главы республики. В частности, о новом законе о сельском хозяйстве республики, который должен запустить все заложенные в него инструменты поддержки села. Базовая, основная часть нормативных подзаконных актов, она еще не принята. И мы полагаем, что в этом году, в начале этого года, эти нормативные подзаконные акты, они будут приняты. Это, прежде всего, прерогатива исполнительной власти. И они позволят, в общем-то, закон работать, ну, более-менее полностью.